Сейчас, короче, по дому прибралась маленько, да, и вчера наблюдала, по Ютубе заходила, смотрела видеоролики, как дом строят, да. Сейчас такие технологии пришли, да, ребята, охренеешь. Вот то, что мы этот дом построили, и у нас задача еще там построить. Но там уже мы будем строить не из бутылок, мы будем строить вот это, а из пенопласта. Так что не отписывайтесь, кто есть у нас в подписках, потому что процесс очень интересный. Дома очень тепло. Вот у нас. Я захожу сейчас сюда. У нас дождик целый день идет. Вчера был ураган, и так что наша веранда наша выдержала ураган. Шумел, конечно, сильно. Вот. Что хорошо в нашем доме, да? Есть зона рабочая. Вот у нас зона рабочая, да? Вот. Я сегодня полы помыла, убралась. Вот, зона рабочая есть. Сегодня уже клиенты были, постригла я их спокойненько. Есть у нас веранда любимая, которую я сама соорудила, да? Вот соорудила сама. Так что, даже если снег на улице будет, дождь, я спокойно хожу. Вот, хотя в прошлом году здесь очень тяжело было ходить, потому что здесь все было мокро, снег был здесь, как говорится. А сейчас такая красота. Прям не надо одеваться. Я домой захожу прямо. Домой захожу. Дома очень тепло. Единственное, вот потолками надо сделать. Вот там один парень. Потолки, короче, пеной. Такая насадка у пены есть. Закрывал пеной. Вот, конечно, надо этого электрика спросить. Может ли вот эти трубки покрывать пеной? Полностью потолки закрывал. Пеной потом можно было навесные потолки делать. Почему мы это хотим сделать? Чтобы сверху потолок тепло не уходило. Вот.